Отже, шторм Shadow. Чекали ми на такого вида ракети, і нарешті їх нам дали. Власне, де ми їх можемо застосувати? І оті от дані, які ми зачитали про дальність їх польоту 300 кілометрів, чи це максимальна дальність польоту взагалі? Ракеты, есть несколько модификаций этих ракет, некоторые и 500, и 700 километров идут. В ней двигатель самолетный, турбореактивный, все зависит от топлива. За счет веса, уменьшения веса боезапаса, там боезапас, боевая часть 500 килограмм, полтонны. То есть за счет уменьшения веса, увеличения количества топлива достигается увеличение ее дальности. То есть есть некоторые модификации, в общем, до Москвы достанут. Это как минимум. У нас 450 километров до Москвы от северо-восточной границы Украины. Потому где-то 500-560 километров модификация дойдут и до Москвы, если надо будет. Сама по себе ракета отличная. Это крылатая ракета воздушного и морского базирования. Наземного пока нет, но морские шахты, которые морские пусковые установки, можно снять с корабля или, допустим, не ставя ее, смонтировать морскую пусковую установку на шасси, ну или на любой тележке, даже просто на бетоне. То есть, в принципе, возможно ее запускать из земли. У нее есть разгонная ракета, которая ее сама поднимает в воздух. Ну и оптимально, конечно, это самолет, так как с самолета она уже сразу становится на крыло, раскрываются крылья, вот идет ракета, видно ее. Запускается двигатель, и дальше ракета идет на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, высота 40-50 метров под лучами локаторов. Она пытается пройти к цели, дальше перед целью поднимается, у нее делает горку, около 2 километров поднимается, и сверху уже где-то с угла 45 градусов в среднем идет на цель уже по инфракрасной головке. Для чего надо инфракрасная головка? То есть она, ракета видит в инфракрасном диапазоне, в тепловом диапазоне поле удара, выбирает цель, нельзя ее сбить ни одной системой радиоэлектронной борьбы на последнем участке. Потому включается инфракрасная головка, отключается система наведения по GPS-приемникам, для того, чтобы вот как раз не смогла РЭП противника ее увести. И по инфракрасной бьет. Круговое вероятное отклонение метры. То есть, в принципе, можно сказать, в блюдечко попадает. Почему и россияне, в принципе, начинают потихоньку сидеть? Потому что дальность ракеты позволяет нам как минимум уничтожить Крымский мост. То есть без проблем 3-4 ракеты Крымский мост опять на полгода выйдет из строя. То есть то, что нам надо будет. Через него идет 30% военной амуниции на Крым и Херсонскую область. Мы ее отключим. Ну и можем, если будет такая необходимость, то уничтожать все российские объекты на дальности от 300 до 500 километров в зависимости от модификации ракеты. Пане Романе, от ця передача Storm Shadow Збройним силам України, чи змінить вона стратегію Російської Федерації? Ми ж скільки разів заявляли про те, що не збираємося бити по їх території, але у нас такі ракети, які можуть достати до Москви, мають бути на озброєнні, аби Росія не обстрілювала наші міста, аби розуміли, що ми можемо вдарити у відповідь і знищити їх військовий об'єкт. Власне, чи зміниться їх поведінка після цього і з моментом перетягування військ через Керченську протоку і, зокрема, про обстріли мирних міст України? Это так называемое паритетное оружие. Вот когда оно есть, то противник уже будет 300 раз думать, а делать ли что-то, если может что-то прилететь в ответ. Вот это есть паритетность. Почему, допустим, ядерное оружие, это тоже паритетное оружие, то есть оружие сдерживания. Его никто применять не собирается, но, по крайней мере, у страны, у которого есть ядерный боезапас,
на нее никто не будет нападать, так прекрасно понимает, можно получить в ответ. То же самое картина это вот и с этой ракетой. Как минимум россияне 300 раз подумают, прежде чем наносить удар по гражданскому населению. Это минимум, не включая уже остальные действия. Если мы сможем гипотетически ответить. Оптимальный вариант для нас это паритетное оружие уровня «Томагавка». У американцев есть вот такая ракета, как «Шторм Шэдоу», только с дальностью 2500 километров. Это «Томагавк». И вот если бы нам еще «Томагавки» передали, то мы могли бы, никуда их в принципе не запуская, а просто их имея, уже угрожать уральским заводам. «Уралвагонзавод» 2000 с чем-то тысячи километров, то есть в принципе, зная, что мы можем разнести «Уралвагонзавод», россияне, скорее всего, вообще ні одну ракету больше не там отправили. Десь 200, ми, до речі, дивилися по мапі, так. Там приблизно 200 відстань. Якщо ракета буде летіти 2500, то ми розуміємо, якщо на наднизьких висотах, то її система ППО російські навряд чи зіб'ють. А взагалі, чим вони збиватимуть от такого роду ракети, якщо вони таки полетять? Дело в том, что это стандартная крылатая ракета, дозвуковая. Она, в принципе, легкая для уничтожения, если ее увидеть. То есть, если она попадет на экраны локаторов россиян, то они, в принципе, смогут ее сбить с помощью и ракет С-300, С-400, и с помощью истребителей. Но ее надо увидеть. То есть, ее плюс большой, она сразу стелится у земли, и ее очень сложно обнаружить. И чем позже ее обнаружат при подходе к цели, тем меньше у россиян будет времени для ее уничтожения. Ну, а это примерно уровень, как и мы сбиваем крылатые ракеты. Все российские крылатые ракеты, они примерно и вместе с они примерно одного класса, как и «Шторм Шэдоу», просто дальности больше. И «Калибры», и Х-101, Х-555. Это три ракеты крылатые такого же уровня, то есть самолетный тип с тем же самолетным двигателем турбореактивным. И мы их сбиваем, в принципе, и эту ракету россияне смогут сбить. Но у нее все-таки коэффициент уничтожения намного меньше, чем у любой другой ракеты. За счет ее, во-первых, за счет ее способности идти у земли с огибанием и за счет ее так называемого дизайна. То есть она немножко угловатая, у нее маленький ЭПР, это эффективная площадь рассеивания. Британцы пошли по этому пути, пряча ее от экранов локатора. Пане Романе, а от зараз, глядячи навіть на титр на екрані, Британія передала Україні ракети «Шторм Шедов» з дальністю 300 кілометрів. А чи є вірогідність того, що ті рядки могли бути якісь такі, знаєте, неоголошені, де зазначено, що дальність все ж таки більша? Ну, так і є. Ніхто ніколи не буде об'являти ТТД, тактика, технічні дані ракети, які передають, держаться в секреті. Тому я так думаю, що нам передадуть ту дальність, ну, на яку нам, по крайней мере, нужна буде. Тобто об'являти її вже ніхто не буде. Це якраз сюрприз завжди для врага. Надувається туман війни для того, щоб враг не мог вичислити. Причем по поводу передачи «Шторм Шэдоу», скорее всего, нам еще одну ракету передали, потому что все-таки информация всегда шла про две ракеты. Есть еще одна ракета, которую могли бы передать нам Великобритания такого же уровня. Это ракета «Хан» турецкая. Она тоже примерно 300 километров, хотя есть некоторые позиции до 500. Тоже неплохая ракета, то есть для добавления. Також класу крилатих, я так розумію, до звукових. Да, ракета баллистическая. То есть Хан, да, хотели, ну, могли передать нам еще и баллистическую ракету Хан. То есть это тоже будет такой положительный момент, который, если нам ее передадут, вскроет вот этот режим непередачи нам вооружений. То есть, когда увидят, как мы работаем и баллистическими, и крылатыми, не будем нарушать тех требований, которые нам, естественно, будут выставляться. Если будет требование не бить по российской территории, конечно, мы ими бить не будем.
Я про це хотів запитатись, пане Романе, я перепрошую, ще буквально у нас 30 секунд ефірного часу залишається, і маю намір запитатися. Взагалі, чи можемо ми не хочемо підвести, а вже ж західних партнерів, чи можемо ми зараз військові об'єкти на території Російської Федерації вважати легітимними цілями? Военные объекты нашего противника на любой территории являются легитимными целями. Даже на территории Соединенных Штатов, если они будут находиться, это если военный объект России, это легитимная наша цель. Но если нам поставят условия или попросят о том, чтобы мы не работали по территории России, однозначно мы работать не будем. Дякуємо вам за деталі, важливі деталі, які ми зафіксували в нашому етері. Роман Світан був з нами на зв'язку, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор про ракети «Шторм Шедоу».